Украина хочет идти по пути Южной Кореи, пишет корреспондент немецкой газеты Welt Тобиас Кайзер и поясняет. Президент Владимир Зеленский стремится превратить свою страну в экономически развитую державу по образцу восточноазиатского государства, проведя реформы, улучшающие деловой климат. Южная Корея всего за несколько десятилетий из одной из беднейших стран мира превратилась в процветающую высокотехнологичную нацию. Этот пример выбран не случайно. Украина остается одним из самых бедных государств постсоветского пространства. ВВП на душу населения составил в 2018 году $3000. В Казахстане этот показатель в 3 раза выше, в России почти в 4 раза. Цитата. Выбранный в июле прошлого года президент пообещал провести реформы, чтобы создать благоприятный для бизнеса климат, и заявил о планах, к осуществлению которых так и не приступили предыдущие правительства. Они включают судебную реформу, приватизацию важных предприятий и облегчение условий для иностранных инвесторов, рассказывает Тобиас Кайзер, а самой далеко идущей идеей называет либерализацию правил приобретения земли в собственность. В настоящее время сельскохозяйственные угодья в Украине продавать нельзя, так же, как и отдавать их в залог под кредиты. Международный валютный фонд, самый главный кредитор страны, вот уже несколько лет настаивает на снятии ограничений с рынка сельскохозяйственных земель. О том же говорит и Всемирный банк. По их мнению, мораторий тормозит инвестиции в новые методы орошения, более урожайные культуры и другие технологии, которые могли бы значительно повысить продуктивность аграрного сектора. Сейчас на сельское хозяйство приходится до 12% ВВП Украины. Либерализация в этой сфере могла бы привлечь значительные инвестиции и дать импульс экономическому росту, заключает автор немецкой газеты. Австралийские пожары показали нам наше будущее при глобальном потеплении. Такой вердикт выносит автор французской газеты «Монд» Одри Гарик. Планета горит в буквальном смысле этого слова, с сожалением замечает журналистка. Цитата. «В Австралии, Амазонии или Камбодже тысячи гектаров оказываются в дыму, что приводит к гибели людей и уничтожению флоры и фауны. Эти драматические явления – лишь небольшой намек на то, что нас ждет в потеплевшем мире», говорится в статье. Согласно свежему исследованию английских и австралийских ученых, риск возникновения пожаров к концу века значительно возрастет по всему миру. Особенно это относится к Амазонии, Средиземноморью, Скандинавии, Западу, Соединенных Штатов и Канаде. С каждым градусом ситуация на фронте пожара будет ухудшаться, заключает Одри Гарик. Необходимо срочно приступить к соблюдению Парижского соглашения, чтобы повышение температуры было значительно ниже 2 градусов. Кто заплатит за безопасность Гарри и Меган? Герцог и герцогиня Сассекские отказались от претензий на международную охрану, но указали, что, как и все налогоплательщики, имеют право на защиту вооруженной полиции, передает CNN. И все-таки, на какой уровень безопасности могут рассчитывать 35-летний Гарри и 38-летняя Меган в случае, если они не будут выполнять королевские обязанности? В вопросе разбирали журналисты Стефани Халлас и Джек Гай. Британский закон предусматривает особую защиту для глав государств, людей, представляющих главу государства, премьер-министров, министров иностранных дел и дипломатов. Законодательство также распространяется на членов семей защищаемых лиц. Однако эти меры не применяются автоматически, если человек находится за пределами Великобритании. Эксперты по правовым вопросам считают, что супруги, которые будут жить на 2 страны, находясь как частные лица в Канаде, не имеют права пользоваться британской защитой. А это значит, что между Великобританией и Канадой должно быть заключено 2-стороннее соглашение, обеспечивающее их безопасность. Поэтому вопрос высказался канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Цитата. «Мы не совсем уверены в том, каким будет окончательное решение. Я думаю, что большинство канадцев поддерживает наличие здесь членов королевской семьи. Но как это будет выглядеть и какова будет стоимость, еще предстоит обсуждать», — сказал политик. Ранее СМИ писали о том, что Скотланд-Ярд с трудом справляется с обеспечением безопасности королевской семьи. Стоимость услуг полиции не разглашается, но в последние годы она резко возросла. Компания Microsoft показала концепт ноутбука с солнечными панелями, информирует Forbes. Согласно описанию, на задней части ноутбука располагаются несколько фотоэлементов, которые соединены с батареями девайса. Солнечные панели смогут подпитывать аккумулятор устройства во время автономной работы, когда ноутбук не будет подключен к электросети. Для зарядки подойдет не только солнечный, но и искусственный свет, например, от ламп накаливания, уточняет издание, но не поясняет, сколько времени необходимо для полной зарядки компьютера от альтернативных источников энергии. В заключение Forbes пишет, подобное устройство может появиться в следующем поколении ноутбуков от Microsoft.